Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Сегодня у нас на обзоре дверь производства компании Monolith, а точнее ее модель Monolith Standard. В абсолютно нестандартной отделке. Это уникальная отделка, которая была изготовлена под конкретного заказчика по его индивидуальным эскизам, чертежам. То, как он себе представлял дверь. То есть вот получилась вот такая современная панелечка наружная, вот такой вот получился внешний вид внутренний. Данная конструкция, как я уже сказал, это Monolith Standard. Monolith Standard — это конструкция 4 класса взломостойкости, которая включает в себя два листа металла, сетку из ребер жесткости. Замки находятся полностью обтянуты со всех сторон, 6 мм, находятся в 6-миллиметровой трубе. Притворные части, все зоны агрессии составляют 6 мм. Установлена 6-миллиметровая каленая пластина на нижний замок, 2-миллиметровая на верхний. Естественно, дополнительные точки запирания вверх и вниз тяги. Рама из очень толстого металла с огромным количеством точек крепления, а именно 12 точек крепления идет на стандартную модель. Со стороны петель установлены противосъемы антисрезы эффективной длины, которые идут до первого ребра, которые тем самым выполняют двойную функцию, как в закрытом положении не позволяют снять дверь с петель, так и дополнительно распределяют нагрузку со всей металлоконструкции. Металлоконструкция, повторю, что выполнена сеткой из ребер жесткости, кроме внешних и внутренних листов, внутри идут ребра с 50-го уголка, которые эти листы стягивают, и они расположены два вертикально, одно поджимает замки, второе зеркально отражено с обратной стороны, и 7 горизонтально. То есть даже если попытаться разорвать какой-то из листов, это ни к чему не приведет. Максимум, что можно будет получить, допустим, если разрывать листы даже киличным ножом, то это будет в лучшем случае просто прорезь, которую даже не засунешь руку. А что касается замковой части, то здесь все сделано с таким запасом, что никакой киличный нож здесь ничего абсолютно не сделает. Сверление также здесь защищено все как минимум в 3 раза толще, чем защищает любой другой производитель. Здесь 6-миллиметровая каленая пластина, броненакладка с юбкой, та, которая заводится изнутри, наружу ее снять абсолютно невозможно. Она имеет очень толстую шайбу, которая защищает цилиндровый замок. Верхний замок защищен 2-миллиметровой каленой пластиной. И, естественно, наша фирменная перезапорная система, закрывая нижний замок, вы перекрываете ключевое отверстие верхнего замка. Так что вот такая вот конструкция стандарт в абсолютно нестандартной отделке. И опять же, стандарт — это в нашем понимании стандарт, если так сравнить ее с любым другим, с любой другой моделью двери другого производителя, то это будет далеко не стандарт, это будет либо топовые, либо в принципе недостижимые комплектации, как по опциям, по толщинам и по тем защитным элементам, которых нет в продаже, которые мы изготавливаем конкретно для своих дверей. И наши мастера занимаются установкой всего этого очень квалифицированно. Поэтому, если вам нужны будут серьезные двери от 4 класса взломостойкости, обращайтесь, с удовольствием вам их изготовим с любым внешним видом, как вы уже заметили. Доставим и смонтируем у вас на объекте. Всего доброго, обращайтесь.